Всем привет, я Стася, и в этом видео покажу, как сделать два простых классных колечка с пчелками и цветочком. Ставь лайк, если любишь бисер, и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новинки. А мы начинаем! Чтобы сделать эти клевые колечки, понадобится зеленый бисер, белый бисер, 7 желтых бусин, 3 черные и 6 полупрозрачных бусин для крылышек. Если у вас каких-то цветов нет, вы можете взять те, которые вам нравятся больше всего. Понадобится прозрачная леска с сечением 0,22 мм, длиной 30 см. Для наглядности я возьму леску черного цвета, вы берете прозрачную. Еще понадобятся ножницы и зажигалка, чтобы запаять узелок. Первое колечко – ромашка. Плетение начинаем с цветочка. Набираем 4 белые и желтую. Берем леску с той стороны, где желтая бусинка, и пропускаем ее через крайнюю белую бусину по направлению от бусинок к краю. Вот так. Сравниваем концы лески между собой, затягиваем. Должно получиться вот так. Теперь делим лески на нижнюю и на верхнюю. Нижняя — это с той стороны, где желтая бусинка. Берем ее и набираем 2 белые. Вот так. Теперь берем эту же леску, на которой бусины, и пропускаем ее через белую бусинку, которая лежит ближе всего к желтой, по направлению от желтой к краю. Вытягиваем. Подтягиваем оба конца лески. И получился вот такой цветочек. Теперь на правую и на левую леску нужно набрать примерно равное количество зеленых бусин. Вот так. И измеряем обязательно ремешок. Измерьте, пожалуйста, ремешок и наберите нужное количество бусинок, чтобы у вас было колечко по размеру. Далее, чтобы завершить плетение, нужно завязать 3 узелочка. Не торопитесь, пожалуйста. Два и третий. Три. Теперь нужно отрезать лишнюю леску. Отступаем примерно 2 миллиметра и отрезаем концы лески. Берем зажигалку и аккуратно запаиваем узелок, а конкретно вот эти усики. Подносим огонь медленно. И вот так пальчиком прибиваем. С другой стороны делаем то же самое. Будьте аккуратны, не спалите узелок. И вот такое колечко с цветочком у нас с вами получилось. Колечко с пчелками. Наберите на леску желтую, черную, желтую и 2 прозрачные. Разделяем бусины на крылышки и тело. Берем леску с той стороны, где крылышки. И пропускаем конец лески через желтую, черную и желтую по кругу. Так, чтобы крылышки были свободны. И аккуратно затягиваем нашу пчелку на середину лески. Вот так. Далее берем леску с любой стороны, набираем 4 белых, желтую, черную, желтую и 2 прозрачные. Сделали это. Отделяем желтую, черную, желтую и прозрачные. Берем конец этой же лески и пропускаем ее по кругу через желтую, черную и желтую. Придвигаем бусинки к плетению и затягиваем. Вот так. Теперь берем леску с любой стороны и набираем 4 белых, желтую, черную, желтую и снова 2 прозрачные. Сделали это. Снова разделяем бусинки. Отдельно крылышки, отдельно тело. Берем конец этой же лески и пропускаем через желтую, черную и желтую по кругу. Вот так. И затягиваем. И вот я сделала 3 пчелки. Теперь нужно набрать белых бусинок справа и слева примерно равное количество по размеру нашего будущего колечка. Набрали
Примеряем. По размеру все отлично. Теперь завязываем узелки. 3 штучки. Первый. Второй. И третий. Леску отрезаем ножницами. Запаиваем лишнюю леску огоньком. Примеряем колечко. И в результате у меня получились вот такие классные колечки. Напишите, пожалуйста, комментарий, все ли было понятно. Ставьте лайк этому видео, чтобы поддержать мое творчество. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и отличного настроения. До новых встреч в моих новых видео. Пока!